Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Сегодня у нас в Казахстане национальный праздник Наурыз, весенний праздник. Ну, в связи с сложившимися обстоятельствами, естественно, нигде он не будет теперь отмечаться, просто у людей выходные. И сегодня мы с родственником хотим приготовить во дворе на костре настоящий узбекский плов. И я вам хочу снять и это все показать, мои дорогие друзья. Такой большой вырос этот пес. Вот, друзья, полным ходом идет подготовка. Значит, все ингредиенты у нас готовы. Женщины, как и полагается, женщины все нарезали, начистили чесночок, лучок, морковочку. Как полагается, все крупной соломкой. Здесь у нас замоченный нут. Посмотрите, у нас будет настоящий узбекский плов, ребята. Ну, ничего, что мы живем в Казахстане. Мы обожаем узбекский плов, но и бешбармак мы очень любим. Бешбармак – наше национальное блюдо, но узбекский плов приветствуем мы очень. Мы вообще любим Узбекистан. Здесь у нас рис с куркумой. Рис специальный купили для плова. Басмати. Как он называется? Басмати. Как? Басмати. Басмати? Басмати. Ну, что? Ну, в общем, басмати. Вот такое название, да, риса специального для плова с куркумой сразу вот. Сделали такую водичку, замочили рис. Вот, друзья, сейчас ждем процесс на улице подготовки. Мужчины разжигают костер, подготавливают казан. И я вам полностью покажу вот эту нашу готовку узбекского плова. В общем, у нас сегодня будет семейный обед с родственниками. Вернее, мы к родственникам пришли. И мы вот так дружно сегодня будем отмечать и день рождения нашей тетушки и праздник Наурыз, наш национальный праздник. Может.
не снимай. Идет процесс закладки мяса на косточки, ребрышки. Потом будем закладывать мякоть. Посмотрите, лук какой золотистый. Лук отдал все свои ароматы в масло. Масло в лук. И вот в этой красоте мы обжариваем мясо. Пойдем, пойдем. Да-да. Закладываем мякоть. Ребята, мясо говядина. Вот так по краю, как она опускает мясо. Ребрышки обжариваются. И вот посмотрите, лук не сгорает. Вот такой интересный процесс. Лук золотится. Вот так вот по краям выкладывается мякоть. Готовит сам плов наш родственник, любимый специалист по готовке. Большое ему спасибо. Посыпаем жиру, молотую жиру. Посыпаем черным перчиком. О, какой вкусный аромат. О, обалдеть. Добавляем соль. Друзья, для тех, кто не знает, скажу, чтобы у плова был красивый, красивый такой коричневатый цвет, вот именно этот цвет дает не морковь, а вот такой способ обжарки лука с мясом. Это даст вашему плову красивый, красивый, золотисто-коричневый цвет.
Правильно я говорю? Да, шеф-повар подтвердил правильно, да. Балды-балды. Так как мы любим побольше лука, ребята, мы добавляем еще порцию лука. Вот у нас целая чаша лука. И на данном этапе вот так мы добавляем еще. Лук придаст много, спустит много сока, а это очень важно. Помимо того, что первая часть лука при обжарке даст цвет нашему плову, вторая часть лука спустит очень-очень вкусный сок, чтобы наш плов был ароматный, сочный, красивый. Морковка обжарилась, сделаем зервак. Кипяточек. Изюм и курага, да, Гена? Какой тебе Гена, блин, его выключай. Красоте. Ребятки, еще мы сегодня хотим к плову. Вот такой салатик нам захотелось. Наша любимая родственница готовит салатик. Посмотрите, особенно девчонки, салатик малокалорийный. Этот салатик можно кушать сколько угодно. Посмотрите, ребятки, кукурузка консервированная, ананас консервированный, лучок репчатый, крабовые палочки или крабовое мясо и хлопья. Просто хлопья без сахара, вот такие хлопья, пресные хлопья, ребятки. И делается заправочка на ваш вкус. Майонез, либо для худеющих сметанку можно с зеленью. Вот такой салатик чудесный будет. Берите себе на заметку, девчонки, вам такое понравится. Ребята, у нас вот такая погода сегодня.
посыпался снег. Просто нереально. Снегопад. Такие крупные снежинки, хлопья. Пока наше мясо с морковью доходит. Процесс запуска риса будет позже. Я вам покажу. А сейчас у нас баня. Басик, ты сидишь в одиночестве. Что такое? Что ты грустишь, а, Барбосик? Все, убирайся. Он уже все, уже стоит. Не надо поставить. А его может это снять, эту бомбовать? Домой куда? Оденься, расстегнись. Ребята, и еще у нас на столе вот такой будет салатик. Это наша дорогая родственница нам такие салатики приготовила. Она приехала с города. Наркоманка. Этот... Ну, это шутит так, братик. Муж у нас. Вот этот салатик вот мы заправим майонезиком, я уже показывала. А вот этот салатик, ну-ка скажи, Наташенька, что тут у нас? Кукуруза, салат и гренки. Вот так, ребята, просто кукуруза, листья салата и простые гренки. Такие гренки сейчас продаются в пакетах в любом супермаркете. И заправка. Ребята, обалденный салат. Особенно, девчонки, для тех, кто на диете. Этот салат вы можете кушать день и ночь. День и ночь. И ничего вам не будет. У нас такой салатик красивый, овощной будет. Домашние соленья от нашей любимой тетушки. Копченая рыбка. Огурчики соленые. И сейчас мы ждем плов, ребята. Блюдо уже на столе. И будем отмечать наш праздник. Сегодня у нас в Казахстане
Наурыз! С праздником, ребята! Всех мусульман! С праздником! Закрывай, помешай, закрывай. Так, в чем нам надо взять? Нам надо фужеры. Фужеры под вино. Они же пошли за этим. Зачем? За... Долго ходит. Нет.